Мне одна девушка сказала, что слышала, как ломают нос. Не правда ли ужасно? Существуют в жизни вещи, с которыми лучше не сталкиваться. Я вот так считаю. Я вообще... Вот... Мамаши какие-то, я уже про это говорил, рассуждают, что если ребенок там... его отдать в какую-нибудь вот эту бляскую вообще образовательную школу, где там над ним будут издеваться, то типа будет школа жизни. Я еще раз так не считаю. Я считаю, что все эти вот безобразия, которые бывают, они просто-напросто нужно держаться от них подальше. Ну, я уже про это говорил, ладно. Сечу, отключай. Такое бывает. Видишь, что я уже что-то говорил, отключай. Так, сейчас у меня с чем-то новым довольно туговато, потому что очень много приходится снимать, чтобы канал двигался. Сегодня, вчера точнее, вчера я записывал GTA San Andreas. Очень хорошо записывал, вообще очень хорошо шло. Просто нативно. Сейчас у меня будут дела определенные, надо будет съездить. Что это не та же самая пачка сигарет, что на перекрестке Тарантино. Ну вот этот тут прицеп, не буду я в него заглядывать. Уже тоже тысячу раз заглядывал, вот вид на поселок. Именно так средневековый путник с холма видит, так сказать, да. Так я вот въезжал что-то вечером, не помню, где я шлялся. В какой-то город я въезжал, уже вечерело. Правда, не помню его название. Там был какой-то ДК. Полузаброшенный. Всякие подозрительные уже личности по улицам расхаживали. Ну, какой-то исторический город, где от истории уже ничего не осталось. Так, пару развалин, который я так и не нашел. В общем, это был, конечно, тот момент, когда преисполниться мужества все-таки было необходимо. Да, преисполниться мужества будет необходимо, друг мой, к сожалению. Мне кажется, этого не избежать. Не знаю. Не знаю, как этого избежать. Да, что касается... других философов на YouTube, я отношусь к ним очень хорошо. Я бы с ними встретился с удовольствием, совместные бы какие-то провел, если они, конечно, сочтут меня достойным этого беседы, чтобы каждый из нас мог вырасти. Вот и все.